Всем привет! Опять воскресенье, отличное раннее утро. Замечательная погода на улице. Вот сейчас поедем в зоопарк. Мы уже ездили в зоопарк, я вам про это рассказывал. И снимал я видос, но не стал его выкладывать тогда, потому что решил, что он, ну, какой-то недоделанный, что ли, видос. Батарейка села, потому что то да сё. Вот сейчас мы снова собираемся в зоопарк. Я сниму то, что, может быть, я не снял тогда. Вот. Такая будет небольшая экскурсия по нашему местному зоопарку. Так что давайте поехали. Сейчас чай допиваю, печеньки доедаю и пора. Да, вон водичка. Тюлени плавают. Все такое, а то он уплыл непонятно куда. Вон лежат тюлени. Пошли дальше. Пошли. Пошли дальше. Вон, вон, смотри, опять тюлень плывет. Смотри, вон он. Да, вот такой тюлень. Плавает там. О, давай. Ты пока кнопочку не нажимай, просто держи. Вон морской котик прямо близко-близко тут у нас, да? Вон он. Слышишь, он как кричит? Зовет кого-то, разговаривает с нами. А вон там плавают морские котики. Тут сейчас не сфотографируется, сейчас я тебе переключу режим. Ты сфотографируешь. Сейчас переключу. Вот такие морские котики. Давай держись. Сейчас сам держи. Вот, кричат, сейчас будешь фотографировать. Вон памятник морскому котику. Там всякие другие дела. Плавают. Куда-то убежали они. Да. Вон они ныряют. Морские котики. Или это не они кричат? Сейчас пойдем медведя смотреть белого. Говори что-нибудь. Вкусный мячик нарисован от ТНТ. Давай же посмотрим. Давайте. Вон там медведь. Вон там вдалеке. Видишь, ходит медведь? Он спит. Он как там медведь плавает с яблоком. Спрятался, не видно его. Плавает, купается. Сейчас подожди, давай вместе поглядим. Вон. Можно одновременно снимать и одновременно спектировать. Папа, вон водички. Водички, яблоки плавают. Попробуй сфоткать одновременно. Давай другого кого-нибудь посмотрим. Вон, смотри, плывет еще там. Посмотри. Ага. Видно, как плывет? Дай мне. Их вообще не видно. Смотри, какой мишка. Смотри, ты видишь мишку? Да, вон он ходит. А вон плавает еще один, смотри. Давай еще поглядим кого-нибудь. Пойдем. Да, я его сфотографировала. Сфотографировал медведя? Да. Молодец. Подожди, нет, сейчас не нажмется. Видишь, какие ходят? Медведи играют. Вот такие медведи.
Все, все, отпускай. Вон, смотри, там лед у них, видишь, лежит. Снег. Водичка холодная, наверное. А они купаются, медведи. Видишь, не нажимай пока. Видишь, обезьяна спит. Он легла поспать. Горилла. Не нажимай, я тебе говорю. Я тебе сейчас дам фотографировать. Будешь фотографировать. Он обезьяна спит. Вот такой павильончик тут с обезьянами. Всяких разных. Ну что, неинтересно, спит и спит. Да? И акула плавает. Сейчас приплывем. Вот такая акула. Мини-акула. Два, три. Вот, молодец. Вон там вдалеке сидят они. Да, ну-ка давай повыше, держи меня за руку. Давай руку. Обезьянки напоминают. Вон они там сидят. И ищут что-то там они, да? Обезьяны. Пойдем. Красивые. Нет, это зоопарк рыбки. Всякие красивые. Вот там маленькие обезьянки прямо перед стеклом. Ох, они плывут. Рот она открывает, рыба. Ням-ням-ням-ням. Съесть хочет кого-нибудь. Такие большие. Какая огромная рыба. Плавает тут, да? Не спеша. Сейчас дальше пойдем. Сейчас давай дождемся, чтобы она приплыла. Вон плывет огромная рыба. О, сейчас смотри, какой рот у нее. О, а может, стекло. Смотри, как обезьяна близко. Он сидит. Смотрит на нас. Вот, думает, пришли. Какие смешные, глупые. Смотрит на меня, фотографирует. Что, будем фотографировать ее? Давай посмотрим. Вот она какая, обезьяна. Прямо смотрит-то. Она уж, наверное, старенькая. Давай дальше пойдем. Давай дальше пойдем. Привет, скажи обезьяне. Да, интересно, да? Вот, скажи, пришли на меня. Посмотреть. Ну, пойдем. Пойдем. О, смотри, какая змея. Будешь со змеей фотографироваться? О. А, да-да. Нельзя, нельзя. О. Пойдем. Тут какие-то мелочь какая-то сидит. Лемур какой-то. Ну, лемур неинтересно смотреть. Так, что, рыба большая. Пойдем еще тут обезьян посмотрим. Подожди, подожди, сейчас. Вон они. Ползают, прыгают маленькие. Сейчас сфотографируем их. Ох, какая. Подожди, не нажимай, не нажимай. Вон обезьяна. Ох, какая. Маленькие они. Быстро прыгают туда-сюда. Обезьянки, мартышки.
вообще написано? Написано, стучать по стеклу, привлекая внимание, нельзя. Мы стучать по стеклу не будем. Вон они, обезьяны. Ладно, пошли. О, какая огромная. Черепаха ползет куда-то. А, смотри, макаки. Ходят просторно тут макак. Ты домой что ли хочешь? А потом будешь дома опять плакать, что за пахнет. Ходят макаки. Целые просторы тут у них. Водопад. Банда у них организовались. Макаки. О, они сидят, эти макаки. Смотрят. Специально воду им налили, чтобы они не спускались, виду не просили. Да, вдруг это будет пик. Ну, поснимай, что лебеди вот нарисованы. Плавать. Утки. Давай вон там уток посмотрим. Кря-кря-кря-кря. Получился. Вон там гусь какой-то. Видишь? Пойдемте к Насухе. Нет. Нет. А куда пойдем? Вот, смотри, какие гуси-лебеди плавают. Вот, молодец. Сейчас давай еще раз получше ракурс выберем. Вон какие утки, гуси, мосточек. Давай. Вот, смотри, черный лебедь плывет. Два белых и один черный. И утки разные. Обычные утки, которые сами прилетели. И разводные. Вот, молодец. Сейчас еще сфотографируем. Нет, это не нажимает. Менять экран. Вон утки. Видишь, кря-кря-кря. Смотри, сейчас утка будет выходить, наверное. Нет, не выходит. Просто к берегу подплыла. Все туда-сюда плавают. Все. Подкармливаются. Все, пойдем. Пойдем. Кламе. Ну я тоже не помню, вот придем. Где валялась? Баранку. Шла. Там, смотри, еще боров какой-то. Чего бояться? Смотри, какой поросеночек хороший. Смотри. О. Это же поросеночек. Вон, Насуха. Мой любимый зверь, Насуха. Смотри на нее. Не бойся. Давай мы ее подманим ее. Она тебя не видит.
Она вон она бегает. Вон тут. Вон какая хорошая. Ой, папа, пойдем еще. Пойдем сейчас. Пойдем. Смотри, какие олени. Там верблюд. Пойдем к машине. Пойдем. Олень какой, большие рога у него. Глаза умные. Сейчас поедем. Успокойся, Боря. Смотри, там у него был мех на рогах. И мех у него сполз. Скоро рога. Он рога чесал. Зеленые рога стали. А решетку чесал рога. Вот олень смотри. Смотри, какой нос у него. Ох, какой. Олень. Нажимай папа. Клапочку. Вот. Чик. Молодец. О, какая зебра красивая. Травку кушает. А там у нас кто? Там у нас был верблюд. Такой мягкий, большой. Вот такая зебра. Ест травку. Два верблюда. Мягкие такие все. Их трогают, гладят этих верблюдов. Главное, чтобы... Подожди, смотри, сейчас верблюд плюнет в кого-нибудь. Какого-нибудь мальчика. Эх, плохо видно. Дети фотографируются с верблюдами. Это из зоопарка. Сейчас будем выходить. Вон, смотри, там тюлени, там всякие котики, птицы, там городок, там всякие вещи. Так, вот там другая часть зоопарка. Тут, как я уже говорил, вход неподалеку, скалы там какие-то. Там уже мы были. Так, что у нас там? Там у нас лев есть, еще кто-то. Какие-то кричат какие-то животные. Там вот продаются всякая ерунда, типа попкорна. Волк спит. Ух ты, что там? Не знаешь, что пришли мы его посмотреть? Спит там в деревяшках. Может, это воротник просто какой-то. А может, и правда волк. Ты пальцы не суй, а то клюни. Клюнет? Она не может. Конечно, может. Ну, видишь, какой поближе. Все, Андрей, батарейка села. Все, поехали из зоопарка. Все везде тут походили, посмотрели. Пойдем на выход. Да. Потом посмотрим еще как-нибудь. Вон тут. Полно народа, да. Мы сейчас поедем домой. Ох, поедем домой. Ведете себя плохо, потому что. Вот, смотри, тут все фотографируются. Руку трогают. Ой, лапу трогают. Этому волчку. Там билеты продаются. Не хочу я. Ладно, пошли. Опять тут заставленная. Но сейчас вроде не так много народа. Вот он. Зоопарк наш. Все, поехали на ласточка на нашу искать и поедем домой.